Давайте разберем эту песню. Итак, аккордов всего 4. Мы ставим классы на втором ладу. Тут будут аккорды Е, G, C и H7. Итак, поехали. Читаем этот параметр, это нулевой лад, первый лад, второй и так далее. Зажимаем. На... А, кстати, можно вот, есть такая простая версия. Эту песню можно сыграть обычным перебором. То есть вот так. А если две гитары есть, то один вот играет эти аккорды, а другой соло. Если начинающий гитарист, то... то будет вам идеально так сыграть на две гитары. Ну, это можно склеить в одну. В общем, поехали. На пятой и четвертой струне зажимаем второй лад, на первой струне третий лад. Играем шестую и первую вместе, потом 3, 2, 1, 2, 3. Должно получиться вот так. Теперь играем четвертую, третью, вторую. Дайте все склеим. Должно получиться вот так. Как только мы сыграли в конце вторую струну, мы играем на первой струне 2, 3, 5. То есть получается, если все склеить вот так. Давайте еще помедленнее. Ставим аккорд G и играем то же самое. G нам достаточно зажать на шестой струне третий лад. Я вот большим зажимаю, можно в принципе и средним зажать, чтобы нам потом указательным зажать на первой струне второй лад. Ну, так мне кажется даже посложнее. То есть, если получается большим, лучше большим зажимать. И легче потом 2-3-5 играть, практически руками двигается. В общем, зажимаем на шестой струне третий лад и на первой струне тоже третий лад. Играем шестую и первую вместе, ну, то же самое. Давайте быстренько скажу, шестую и первую вместе, потом 3, 2, 1, 2, 3. Теперь 4, 3, 2, то есть получается вот так. И теперь на первой струне также играем 2, 3, 5. Давайте два аккорда склеим. Первой струне пятый лад зажатый, и к нему добавляем на пятой струне третий лад и на четвертой струне второй лад. Да? Давайте еще раз, какой у нас аккорд должен получиться на пятой струне третий лад, на четвертой струне второй лад и на первой струне пятый лад. Тут мы играем пятую и первую вместе, потом четвертую. Теперь на первой струне зажимаем третий лад, играем первую струну, и теперь пятую и первую вместе, и потом отдельно опять четвертую струну. Все вместе получается вот так. Ну еще четвертую. Как только сыграем четвертую струну, мы ставим уже обычный C на второй струне первый лад, на четвертой струне второй лад и на пятой струне третий лад. Играем вторую струну, теперь пятую и вторую вместе. И потом играем перебор 4, 3, 2, 3. Должно получиться вот так. Давайте все склеим, вернее, все в этом аккорде. И следующий аккорд, последний H7 уже ставится. То есть получается вот так. Да, и тут потом в
вторая открытая идет в конце, но это уже следующий аккорд H7. Давайте склеим. То есть видите, там и вот этот в конце 0 на второй струне, это уже аккорд H7. То есть получается вот так. Заканчивается на третьей струне 2. В общем, ставим H7, это будет на пятой и третьей струне второго лада, на четвертой струне первого лада. Да, я успеваю все дернуть, то есть пятую, четвертую, третью, вторую вместе, чтобы выделить аккорд H7. Смотрите, вот мы дернули, да, ваши 7, 5, 4, 3 и 2 вместе. И теперь играем мелодию. На второй струне 1 лад, 4 лад, потом на первой струне 0, 2, 5. Должно получиться вот так. В идеале, конечно, на пятой струне 2 лад оставить до самого конца, чтобы основа басовая оставалась. То есть, видите, у меня пятая струна до сих пор звучит, чтобы, чтобы мелодия звучала более интересно. Как только сыграли на первой струне пятый лад, мы ставим H вот в таком виде. Это будет как F, так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Барре на седьмом ладу, на третьей струне восьмой лад, на четвертой и пятой струне девятый лад. Так, сейчас... мы дергаем шестую и первую вместе, потом 4, 3, 2, 3, 4. И начинаем заново. Давайте еще раз C и H7 покажу, потому что они довольно сложные. Все аккорды медленно сыграю. Так, кстати, по кругу идет вся песня. В целом вся песня. Всем спасибо. Пишите, что еще подобрать. Всем пока.